Имена лучших астраханских шахматистов стали известны сегодня. Завершилось региональное первенство по классическим шахматам. Турнир проводился в 5 возрастных группах отдельно среди мальчиков и девочек. Участники этого первенства играли в классические шахматы по швейцарской и круговой системе. Более 110 юных шахматистов в возрасте от 5 лет и старше приняли участие в традиционном первенстве области по классическим шахматам. Этому турниру уже более 10 лет, и, как отмечают его организаторы, год от года участников становится все больше. Победители выходят на первенство ЮФО среди детей, первые 10 мест, и самые лучшие первые места выходят в первую лигу первенства России среди детей. Девочки играть с мальчишками не боятся. В этом виде спорта слабый пол вполне может одержать победу над соперником. Дарья Горовенко – кандидат в мастера спорта по шахматам. В этом году в составе астраханской команды девушка заняла второе место на турнире «Белая ладья». Несколько лет назад Даша сама была участницей областных первенств. Сегодня она впервые судит соревнования. В этом году я решила судить. Мне наконец исполнилось 14 лет. И с 14 лет я имею право судить соревнования. Мне очень нравится судить, очень нравится наблюдать за всеми. Я стараюсь быть правильно судей, стараюсь помогать участникам, если это требуется. Шахматист Николай Марченко начал играть в шахматы в 5 лет. На первенстве выступает второй раз. Уже сыграл 5 партий. Ну, сейчас у меня соперник, нормальный. Ребята соревновались в 5 возрастных категориях. Лучшими в категории до 11 лет и младше стали Мария Бортникова и Тимофей Зайцев. А в группе до 17 лет первое место заняли Даниил Степанов и Наиля Алиева. Все победители турнира будут участвовать в первенстве ЮФО. Жанна Алиева, Тимофей Кухарчук, Новости 24, Астрахань.